случаи в жизни, какие-то красивые дни, которые яркие, да, и которые очень запоминаются. Бывают романтические встречи, когда у тебя очень сильные эмоции, и вокруг падает снег, и это настолько все красиво, все в сочетании, рождает вот такие вот образы. На выставку во Франции, бывает в Швеции, я был на выставке. Я вижу вот эти картины, как очень красивые. Вот, то есть, ну, скажем так, свои разные очень. Ну, цвета, может быть, сегодня такой день особенный. Ну, как-то получается, 27 еще февраля, на вас как-то падает вот такой нумерологически хороший день. То есть это, вы знаете, что такое нумерология, но то есть, вот у вас на вас падает хороший день, какой-то нумерологический, что. Вообще для вас самое лучшее цифра это на семерке. Это 7, 17, 27. Поэтому для вас это и хорошо, и я думаю, все будет удачно для вас. У меня пришедших к нам гостей, несмотря на такое очень тяжелое погодное условие, тем не менее вы пришли. Я благодарна вам за это. Сегодня мы открываем выставку Ксении Зубровской. Эта выставка, первая ее персональная в ее творческой жизни, есть надежда, что не последняя. Да. Познакомилась я с творчеством Ксении не слишком давно, не более 3-4 месяцев назад. Объединила нас и расположила меня, опять же, к ее работам. То, что Ксения училась не один год, больше 5 лет, в студии замечательного художника, прекрасного человека Вячеслава Шраги. Мы с ним были знакомы, я с ним была знакома много лет, с ним сотрудничала, представляла его работы, открывала его выставку персональную. Это было давно. И зная этого человека, я с большим как пиететом отношусь вот, к его студийцам, потому что о них он мне тоже рассказывал в свое время. Подсмотрев работы Ксении, ну, я сочла, что надо выставлять, надо делать выставку и показать ее всем посетителям, знакомым, друзьям, родственникам. И они заслуживают этого. Очень хорошо ваша серия, мне понравилась вот эта, вот на этой стене. Она удивительно позитивна, она солнечная, наполнена светом, радостью жизни и нашим петербургской, особенно сегодняшней вот такой вот серой хмурости, она, по-моему, сегодня добавит приятных эмоций нашему сегодняшнему вечеру. Благодарна Ксении за то, что она вот согласилась эту выставку провести и показывает нам сегодня эти работы. Теперь слово Ксении. Большое спасибо, дорогие друзья. Я всех очень рада здесь видеть, искренне рада. Очень переживала, долго мы готовились. В первую очередь хочу высказать благодарность Ольге за то, что она нам помогла организовать и предоставила нам прекрасное помещение. Хочу поблагодарить свою семью, Михаила, маму, Григория, брата Андрея, которые меня во всем поддерживали, тоже очень сильно помогли в организации. Выставку хочу посвятить памяти моего преподавателя Вячеслава Шраги, о котором только что упомянула Ольга. Совершенно был удивительный человек, который научил всех студийцев, которые хотели к нему заниматься, не только просто рисовать, но и творить, и совершенно по-другому смотреть на окружающий мир. Выставка называется «Воздушные замки». Это вот совпадает с названием этой картины. Ну, наверное, это для меня символ того прекрасного чувства, когда мы стремимся осуществить свою мечту, несмотря на то, что иногда кажется, что она несбыточная. Все равно мечты
нужно верить и всегда стремиться их осуществить. Картины мои, наверное, в первую очередь о любви. Я думаю, что можно сказать про все. И о любви между мужчиной и женщиной, о любви матери к ребенку, о любви к природе, к морю, к солнцу и к всему тому, что нас окружает. Все это перед вами. Пожалуйста, наслаждайтесь. Мы хотели внести ярких красок тепла в нашу питерскую зиму, поэтому решили устроить такой небольшой праздник. Спасибо большое. Дорогие гости, официальное счастье, мы считаем открывшееся, то есть свершившееся, и поэтому всех просим в честь открытия, мы поздравляем ее все с днем рождения, надеюсь, вот, и в честь этого поднять за нее тост. Пожалуйста.